Здравствуйте, уважаемые садоводы! С приходом апреля огородникам нужно задуматься о посеве некоторых овощей на рассаду, так как в мае, начале июня многие культуры должны быть высажены в открытый грунт. Итак, что же можно посеять дома на рассаду? Во-первых, это огурцы. Огурцы высевают на рассаду во многих регионах именно в апреле. Сеять нужно так, чтобы подрасчитать пересадку на постоянное место. В среднем должно пройти 30 дней до момента высадки. Также в апреле можно посадить на рассаду томаты. Лучше сажать в первой половине апреля среднеспелые и раннеспелые сорта. В апреле на рассаду можно сеять семена белокочанной капусты, брюссельской, цветной, краснокочанной и брокколи. Сроки растягиваются от первой декады апреля до конца месяца, в зависимости от сорта, климатических особенностей и планируемых сроков высадки в грунт. В грунт капуста пересаживается в 40-50-дневном возрасте, в зависимости от сорта и вида капусты. Апрель прекрасно подходит для посева патиссонов и кабачков на рассаду. Для получения раннего урожая выбираются раннеспелые сорта, которые дают первые плоды через 50 дней. Помните, что кабачки и патиссоны не переносят пикировки. Также некоторые садоводы сажают в апреле на рассаду бахчевые культуры – арбузы и дыни. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!